Всем привет! Вы на канале Device. Сегодня я представлю вашему вниманию обзор на игровую мышь MSI Clutch GM11. Для начала рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Об актуальных ценах и наличии в магазинах вы узнаете, перейдя по ссылкам в описании видео. Буду рад, если вы поставите лайк этому видео и поделитесь своим мнением в комментариях. Начинаем! Освети поле боя. Настрой свою игровую мышь GM11 с миллионами цветов и более чем 8 световыми эффектами. Свечение, дыхание, волна, радар, горизонт, пульс, реактив, назначение и выключенный. Стиль, который не может быть определен. Черный графит подчеркивает шикарный обтекаемый внешний вид GM11 благодаря деталям и высокому качеству. Техника двойного литья под давлением обеспечивает вам удобный хват. Симметричный дизайн. Игровая мышь Clutch GM11 имеет симметричный дизайн, что делает ее подходящей как под правую, так и под левую руку. Состоит устройство из 6 кнопок с подключением Amron. Подключение осуществляется с использованием кабеля длиной 1,8 метра. Это позволяет пользователю ненадолго отходить от компьютера непосредственно с манипулятором в руках. Полный контроль над подсветкой. Для быстрой настройки визуальных эффектов подсветки служат специальные сочетания кнопок. К примеру, для изменения яркости необходимо зажать сочетание кнопок DPI плюс правая кнопка. Переключение режимов DPI плюс колесо прокрутки. Изменение скорости DPI плюс боковая кнопка 1. А изменение направления или цвета DPI плюс боковая кнопка 2. Быстрая смена чувствительности. Сочетая в себе переключатели Amron, которые поддерживают более 10 миллионов нажатий, и оптический датчик PixArt, обеспечивающий разрешение до 5000 точек на дюйм, GM11 является одновременно точным и надежным в битве. Колесо прокрутки с линейной гравировкой и боковые захваты обеспечивают надежное владение игрой. Управление через Dragon Center. Для детальной настройки параметров устройства воспользуйтесь последней версией ПО Dragon Center. Проводная мышь имеет оптический светодиодный сенсор PixArt PMW3325, работает в режимах разрешений 400, 800, 1600, 3200, 5000 dpi. Это обеспечивает модели высокую скорость ввода команд и максимальную точность позиционирования курсора. Я проанализировал отзывы реальных покупателей и выделил основные преимущества и недостатки этой модели. Вначале расскажу об отрицательных моментах. Провод жесткий. Нет оплетки. Шумновато щелкает. Недолговечная. А теперь перейдем к положительным. Удобно лежит в руке. Длинный провод. Широкая настройка подсветки и скорости. Хорошая точность позиционирования. Симпатичный дизайн. Подходит для любого типа рук. 5 режимов DPI. Хорошее качество сборки. Благодарю за просмотр. Не забывайте, что ваши лайки и комментарии – это лучшая поддержка для меня. Напомню, что ссылки на выгодные предложения о покупке я оставлю в описании под видео. А чтобы не пропустить выход новых видео, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. На этом у меня все. До скорых встреч!